В общем-то, всех приветствую, друзья, с вами, как обычно, я, айсдример, он же Юкис, и сегодня будем, в общем-то, крутить... Сколько ты там хочешь себе ей-бику? Хочу C2. Ну, короче, да, товарищ хочет себе C2 мику, будем крутить эти круточки севы и делать их, в общем-то, весьма удачливыми и так далее и тому подобное. Ну, что скажешь? Получится... Я скажу, хочу C2. Хочу C2. Будет, не будет, не знаю, если все пойдет прахом, то хотя бы джин. Джин Рассел, да? Дрючить. Ладно, короче. Что, приступаем? Он меня забанит, если я скажу про стенку? Я не позволю. Ну ладно. Ну, мы-то с тобой стены, как говорится, с камом можем преодолевать, в отличие от него. Да. Поэтому все, погнали. Погнали? Ну давай. Короче, у меня 37 круток на данный момент. Угу. Чисто теоретически у меня может быть две леги, если прям, ну, одна из них выпадет ранней, то есть не по гаранту. Давай первую десятку сразу же. Мика, три штуки. Ой. Ну, почти. Ну, почти, да. Этих скипаем. Церемониалка. Давай дальше. У меня она уже Т хер знает сколько. Фишля тоже Т хер знает сколько. Ну, крутка. Ну да. Ну ты чё? Давай по одной теперь. А то как-то слишком быстро накинулись на крутки. Одна. Давай дальше. Две. Ну-ка. Третья. Ну-ка. Четвертая. О. Чё-то фиолетовое. Он опять. Опять крутка. Ну да. Угу. А можно я чисто по приколу? На уже пора. На 66? Я не знаю, я не считал. Сколько мы сделали? Две? Давай вот сейчас долби десятку, короче. Чисто по роху. Да. Ой! Е! Здрасте. Смотрим, смотрим. Что там у нас? Давай я и Мика, я и Мика, я и Мика. Ну? Диона. Напряженная ситуация. Да! C2. 50 на 50 выиграли. Mm-hmm. А я забыл сказать, что у меня 50 на 50. В смысле C2? Может C1? Ой, фу, C1, господи, я уже это... Ты торопишь события, товарищ. Я, да. Но я очень хочу это. Ну что, у нас еще... Еще 54 крутки. Давай фигачь. Даже... Подожди, не 54, получается больше. Угу. 60. Еще 60. Да. Едем дальше. Давай. Давай, короче, откручиваем 30-ник сейчас. И потом снова по одной, и потом снова так же, короче. Как тебе такая идея? Очко. Как это еще так? Что? 20-30. Да, 30-е. Угу. Теперь по одной. Тамара. Давай. Эпик. Угу. Опять Тамара. Путь, она неладная. Пек. Так, давай сейчас до 24 докрутим и снова десятку долбанем. То есть еще одна? Да, еще одна и потом десятка. Окей, давай десятку. Ну блин. Нет. Павони. Оу. Неплохо. И еще одну десятку жахнем. Нет. У-у-у, собака. Тянет. Зараза. Тянет. Так, да. Что у нас там? Еще 4. Врагу не сдается наш гордый варяг. Давай, крути. Лисичка. Тамара. Лисичка, выходи. Да. Я тебе покушать принес. Ну давай, ну дай, ну чё ты? Ну нормально же общались. А круток все меньше. Тебе не дави на больное. Ну. Собака вообще тянет просто, ты посмотри на нее.
Ну, лисы не по факту-то собаки, да. Хитрая жопа. Ну, лисы не хитрые, да. Ну, еще одна. Даже две крутки есть. Да. Ладно, давай, ты же до последней прям совсем тянешь. Ну, давай. Давай на последнюю. Смотрим. Нет. И... Да ты курва. Я пердоле твоя матка. Ну, что скажешь? Ну, что, достану я ее рано или поздно. По крайней мере, сколько там еще? Дней 10, по-моему, да, есть до конца баннера? Ну да, даже больше чуть-чуть. Ну вот, так или иначе, с луной-то достану. У меня еще Тамара там где-то, это вот. С6 теперь. На кой черт он мне С6? Я вот не знаю. Он и на С6 бесполезен. Зато Фишлина падала, господи. Дубликатный. А? Дубликатный, да? Ну да. Ну дубкрутки ага. Были, чё. Ну в итоге сколько у нас после последней С60 плюс? Я вот конкретно после того, как ты конвертировать начал, перестал считать. Просто потому что... Не, у меня уже, по идее, я уже, по идее, в софт-гарантии. То есть у меня уже 71-72 крутки, потому что у нас 60, плюс там еще где-то 3-4 крутки. Ну, по идее, я почти дошел до софт-гаранта. Почти. Мне чуть-чуть не хватает. Окей. Так что больше сказать зрителям напоследок? Не крутите я и Мика, судя по всему, это жадная хитрая жопа. Ну, в общем-то, Икисов говорит спасибо за непосредственно проведенное с нами время. Да пребудет с вами сила льдов и снегов. Пусть вас, как говорится, я и Вика не скамят. Ну, или хотя бы падает не по софт-гаранту, а чуть пораньше. И так далее и тому подобное. В общем-то, что? Всем пока. Пока.